Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем мы проходить Resident Evil Revelations 2 и нажимаем продолжить. Сейчас нам заставочка, что было в предыдущих сериях. Ну, мы можем это нормально пропустить. Пауза и пропустить. Просто мы только что видели ту заставочку еще на стриме. Что нам смотреть повторно? Второй эпизод. Созерцание. Вторая половина второго эпизода. Напоминаю, что их 4. Так, секунду, ребят. Продолжаем. Так, мне бы карту найти. Записка, так. Записка Гейба. Опа. Гейб, это который был только что недавно в прошлой главе с нами. Ну, в половине. В версии А главы. Первой. Всем нашим, которые это найдут, нас доставили на этот остров против нашей воли. Нас зовут Нил Фишер, Педро Фернандес, Эдвард Томпсон и Габриэль Чарес. Чавес. У нас нет координат. Наше местонахождение... И я не знаю. Если здесь кто-то есть, кроме нас. Вдали кто-то есть. У нас нет координат нашего местонахождения, и я не знаю его. У нас нет координат нашего местонахождения, и я не знаю его. Я не знаю. Есть ли здесь кто-то, кроме нас? А, вот. Тут потерял немножко. Далее кто-то есть. Не могу понять, человек это или животное. Слышу ужасный дикий вой. Там как минимум несколько возможных врагов. Нам на запястье надели какие-то необычные устройства от неизвестной женщины, мы получили сообщение о том, что надо идти к какому-то Васеку. Не знаю, как правильно пишется. Если вы из наших и читаете эту запись, встретите нас у этого Васека. Берегитесь. Будьте начеку. Гейб Чавес. Габриэль, ну да. А получается, здесь они очнулись, и здесь он записал записочку. Terra Safe. Ну, знакомо. Кто не помнит, кто такая Terra Safe, напоминаю, это организация из первой части Revelations. Поиграйте, поймете. Если что, на канале есть прохождение. Проходил очень давно. Даже сейчас не вспомню, когда. Да чтоб тебя!
что, так можно? А. Не туда нажимал, прикиньте. Так. Но если можно ходить по стелсу, их вырубать, то их добавить здесь нормально. Подбоночных очков. Привычка смотреть на второй экран, просто ужасная привычка. Хотя бы так видно. Работает сейчас все или нет? По крайней мере, звук должен быть. А. Забыл тупо звук включить. А, ну, самой игры. Ну ладно. У меня просто там, ну, обычно как поставлено для стримов. Забываю. Патрончики, мне это нравится. А ты не шутишь? Только не говоришь, что ты сюда пойдешь. Смотри, как все-таки идиот. Вот же паскуда. Я бочку вижу. Ну, вроде бы все. Не. Я хочу изучить локацию. Да, по сути, что тут изучать? Но нам явно к той телебашне. Блин, вот без карты это вообще так тяжело ходить. Их тут полным-полно. Так, ну тут сохранение прошло. Я не понял. Получается, возможно, та просто закрыта для нас. То сейчас проверим. Зараза, нужен ключ. Угу. Как я и предполагал. Ну там прям видно, что нам туда надо идти. Там башня так, к которой надо подойти. Дымовая бутылка, это очень хорошо. Отлично. Идеально. Патроныш.
оперный театр. Короче, перезапусти. Да. Контрольную точку дайте. Ну, лоханулся. Ладно, бывает. Так, я думаю, здесь он не увидит. Но я буду надеяться, что по два только. Что, но я не ожидал. Так. Ну, вроде бы все. Конечно, может потом кто-то еще появиться. Сейчас я теперь больше могу носить с собой патрон для пистолета, и это очень хорошо. Теперь что мы делаем? От всех мы избавились, так что можем спокойно идти. Давай. Надо сундучок еще открыть нам. Вот ты-то куда, ты мне вот объясни. Пес, дурачок. Первым делом этот ящик. Ляхом. Ну, чуть-чуть не хватило. Там буквально чуточку, просто чуточку. О, все. Просто все полно, да? Вот с, что с этим можно? А вот это нам поможет. Пусть побудет пока у нее.
Сейчас, конечно, что-то пойдет не по плану, как обычно. Могу просто спрыгнуть. Мне кажется, что как-то все очень легко. Не, что-что, но мне кажется, как-то легко. Где-то здесь вы встретились с Мойрой. У большой башни. Да-да, это место я помню. Да ладно, я... Какие-то ящик-то пропустил. Монстр! Барри, где? Там что-то впереди. Монстр... Star. Барри, прям как в дабстепе, помню, я был. В смысле, не вижу. Какие-то невидимки, что ли, появятся? С моим зрением что-то... Барри, там что-то есть. Я не понимаю, что ты видишь. Покажи направление. Очень близко. Правее! Стреляй! Отлично! Продолжай! Невидимые монстры. Ой, знакомо. Это реально как-то знакомо. Барри, там что-то впереди. Очень близко. Мысли. Очень близко. Стреляй. Не туда, левее. Стреляй. Очень близко. Стреляй. Я. Стреляй. Сзади еще что-то громыхало. Тут к херам все разгромили. Че так, ослабление отдачи. Ну это явно видно на пистолет. Так что это... А, в смысле? На ППшку? Я только вот на это получается. Ну да. Можно, конечно, на магму поставить, но магму-то мы редко пользуемся. Да и патроны падают на него очень редко. Так, хорошо. Ящик зареспавнили. Понимаю, разработчики молодцы. Может, что-то скрафтить попробовать? Сочетать.
То это у нас взрывная бутылочка. Окей. Вообще, вот такое лучше отдавать ей. Я, если честно, вот таким вот не пользуюсь. Но, знаете, вот придется момент, когда вот нужно будет. Дымовой винтовки. Нас к чему-то серьезному готовит. Так, в прошлый раз мы туда пошли. Так, я слышу, там кто-то ползет. Барри, там что-то впереди. Очень близко. Не, сложно, сложно вот с ними, придется даже потеть. Так, ну вот по этой дорожке я помню, помню мы ходили. Я знаю. Наверное, и Мойра здесь была. Конечно, была, мы вместе с ней тут бегали. Мы вот за этой девчонкой как раз и бегали. Блин, вот карты вот сейчас не хватает вообще. Нелегко. Патронов почти нету, просто ужас. Идите к башне. Вот и дождь пошел. Не замерзнешь? Не. Так где твои мама с папой? Они умерли. В Терагригии. Ты там была во время паники? Господи. Все это очень нелегко. Ты смелая девочка. Терагригия, это, по-моему, тот город, который взорвали. Такие, как я, защищают таких, как ты, от биотерроризма. Ну, те, кто не понимает, о чем я, посмотрите первую часть. Тебе я тебе говорю. Помог? Вы поймете, о чем я. Террасейф дали мне дом на объекте. Извини, Наталья. Больше вопросов не будет. Угу, за нами кто-то следит. Что случилось? Я тебя жду. Ничего. Мы идем? Да, помню это место. Наш друган сюда вот убежал и здесь же растворился. Я помню. А я помню, это место было так.
Ну ладно, бывает. Так, давайте-ка я сразу же тогда. Так, используем бинт. Все, вроде бы. Мы тогда заходили в другое место, я помню. Есть внутри. Внимательней. Вот вопрос, куда мне идти? Так, тут закрыто. Хорошо. Минус один проход. Дрель. Ну, дрели у нас нету. Так что остается только один. Не, дымовушка топ. Так, надо внимательно сейчас осмотреться. А вдруг что-то могу пропустить. Конечно. Карта родимая, моя любимая, я тебя нашел. Да, хорошо, все отлично. Ходим. Да ёперный театр! Я только нажал стрелять. Себя битвам. Так. И что ты делаешь? Расскажи мне. Дура ты. Дурёх, ну что ты тут делаешь? Зачем ты здесь? Нужна твоя помощь? Нет, она... Фиг знает где. Зачем? А что она там стояла вообще? Я не понял. Реально уперлась в стенку и все.
Ладно, бывает. О! Серьезно? Это для что? Классичный пакет, Наталья. А, ну да, смотрите, у нее ячейки стало больше. Так, посмотрим, что тут есть. Алло, привет. Ну, по сути, больше ничего. Знакомо. Да, мы вот тогда отсюда вышли, а здесь как раз было закрыто. Тут этих контейнеров нету. Я понял, в чем моя проблема. Вот что-что, но я понял, да. А, в смысле? Блин, под снайперку не хочется портить. Ну конечно. Не, ну ты издеваешься. Я же ни хрена не вижу. Отлично сработано! Я ничего не видел вообще, прикиньте, вообще. Что за... Что за фигня творится? Нормально. Уходим. Как-то сильно попадает. Бляха-муха, у меня больше нечего. Так, могу это взять. А новые патроны я создал. А вот с этого момента поподробней. Парень,
Отлично сработано! То что, ну это реально было круто. Ага, до сюда он не докинет. Что делать с патронами? Ладно, бутылка есть. Угу, вот уже хоть что-то. Ничего интересного, вот просто, ну, тут не нахожу. Получается, раз я здесь ничего интересного, ну, не нахожу, то это будет чуть дальше. Ага, да, что, так можно было? Я понял. Я понял. Ну, вы сами все прекрасно видели. А было бы чему? Серьезно, ни патрон, ничего. Очень близко. Но у меня нечем. Но у меня нечем просто сражаться с ними. Ни патрон, ничего нету. Просто. Что у меня там за навыки я могу прокачать? Пока никакие. Ладно, перезапуск. Когда туда ушли. По сути, да. Просто ни патрон, ничего тут нету. Как? Я думаю, просто будем уходить тогда. Одна я идти не могу.
Просто, ну реально, ни патрон, ничего, вообще ни у одной пушки. Сейчас еще 10 тысяч врагов накидают. Я, может, кстати, еще слепой, могу что-то пропускать. По факту это. Хоть немножечко патрон дайте. Понятно. Кто-то фальшивкой кого-то назвал. Как я понял, девочку. Так. Блин, почему патроны, ну, не создать? А было бы интересно, реально так можно было бы создавать патроны. Тут я встретилась с Мойрой. Хорошо, давай ускорим шаг. После ее появления все сильно изменилось. Сейчас наш забытый... А, ну это мы уже читали. Опа. А где-то, кстати, я пропустил такой ящик. По-моему, да, я пропустил его. Емкость магазина. Блин, ну... Я думаю, больше всего это, потому что с пистолетом мы больше ходим. Что нажимаю? Но это нам ничего не даст. Ищем другой путь. Да, мы, помню, уехали на этом лифте. Как я понял, так и так надо, чтобы она пролезла. Там что-то икс было. Кто там? Сиди тихо. Я что-то видел на икс. Патрончики, хоть на что-то. Так, второй этаж. Но нам явно не читали, они куда-то на третий тогда уезжали. Я хотя бы... Спирт... А на что нам спирт пригодится? Сочетание. Не с чем. Надо бы передать это, потому что надо будет... А вот эту записку мы не читали, это явно. Запись гражданином.
Уйдя к памятнику, твой отец так и не вернулся домой. Я пытался ждать, но больше не могу. Пошла искать его. Мне было довольно тревожно, но там все обращались со мной очень хорошо. Мне сказали, что появилась какая-то инфекция и сделали профилактический укол. А этот браслет, по их словам, поможет мне уцелеть. Это место такое большое и незаметное. И замечательное. Никогда ничего подобного не видела. Конечно, для нее тут ничего особого. Она наш остров спасла. Мне начинает казаться, что она может все. К сожалению, что вообще сомневалась в ней. У меня немного кружится голова, но я думаю, это ничего. Может, это от напряжения? О, и наконец-то я нашла твоего отца, частично, во всяком случае. Я всегда знала, что у него светлая голова на плечах, и это все, что от него осталось. Не могу я принести в таком виде. Браслет издает странные звуки, немного раздражает. Но не волнуйся, я найду остальные части твоего отца, и мы... Пойдем домой. Ты, наверное, очень хочешь кушать. Ну ладно. Понял? Так, пойдем покажешь, где он. Ну там какой-то секретик, как я понял, есть. Потому что оттуда уже некуда идти. Барри, там что-то впереди. Очень близко! Очень близко. Идеально. Я ж нам объединить. А не. Это что, домовой порох? Хорошо. Чем? А, сейчас вообще нельзя соединить. А вот этот спирт. Тоже нельзя, да? Так, на пистолет появились патроны. Просто идеально. О, ладно. Эти эмблемы, я помню, еще в 6-й части появились. Как бы ладно, все. Мы тут в большей мере обыскали все. Сейчас чекпоинт будет и закончим на этом. Понял, еще выше. Прости. Прости. Не могу. Прости. Ага, это то здание, в которое вертолет врезался с Гейбом. Получается, мне так просто, ну, не пройти. А мне вон туда, как я понял, к этому лифту. А. Погоди. Да уж, припарковался, что надо. Ну да. А где... А! Подождите-ка, тела Гейба-то нету. Неужто он выжил?
Так, чекпоинт. Все. Давайте заканчивать. Так что, как бы, узнаем, Гейб ли там или нет. Потому что тело мы Гейба не нашли. Это тот, который в прошлой части, скажем так, разбился на самолете. Он тогда завел вертолет и прилетел к нам, но начал мутировать, и там что-то случилось. И он врезался тогда именно в стену, ну, в здание, в котором мы сейчас и находимся. А в самолете тела нет, значит, что остается? Гейб жив. Полгода жил. Что с ним стало, мы это узнаем уже в следующей серии. Я благодарю всех, кто посмотрел. Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. И всем удачи, и до скорой встречи.